Спасибо за это тонко подмеченное. Второе, я подписала видео. Лера, телеведущая, сообщила, что в создании ролика участвовала актриса шоу «Выходного дня» Людмила Светлова. По сюжету, в любой женщине живут два характера. Лера исполнила положительную роль, в которой она отличная хозяйка, дружелюбная невестка и прекрасная мама, а Людмиле досталась противоположность Кудрявцевой. Поклонники обеих артисток восхитились их талантом и юмором. Класс, Лера и Людмила, спасибо вам. Это очень мило. Ой, я не могу. Посмеялась от души. Девчонки, вы отжигаете. Обхохоталась. Спасибо вам, Лера. Оригинально. Круто. Лера, вы очень талантливо, отметили фанаты. Лере неоднократно приписывали интересные положения. Многие поклонки несколько недель заметили, что телеведущая сейчас буквально сияет. Особо бдительные увидели у звезды округлившийся живот. Более того, она стала часто появляться на публике в свободной одежде. Лера Кудрявцева родит за границей. Лера действительно беременна, сообщили Стархиту в окружении телезвезды. На данный момент она решает, где будет рожать. Вероятнее всего, это произойдет не в России. Срок — конец лета, начало осени. Ей уже трудно скрывать живот даже под балахоном. По некоторым данным, Лера выбирает между Европой и Америкой. В Лос-Анджелесе находится престижный медцентр Сидар-Синай. Среди его клиентов как голливудские, так и российские знаменитости. Там появились на свет дети Алсу и Светланы Харкиной. Услуги в такой клинике стоят от 1 млн рублей. Несмотря на интересное положение, Лера продолжает вести активный образ жизни. Недавно Кудрявцева выкладывала в Инстаграме фотографии из Италии, куда летала вместе с мужем. В Риме будущие родители много гуляли, встречались с друзьями и ходили на футбольный матч на знаменитой стадионе Олимпика. Класс пост, 484 306 подписчиков.